Всем привет! Я Мавзуна. Добро пожаловать на мою кухню. Сегодня я буду готовить яблочные слойки. Эти слойки очень вкусные и просты в приготовлении. Давайте начнем! Для приготовления слоек нам понадобится 1 упаковка слоеного теста, яблоки, сахар, ванилин, корица и вода. Нарезаем яблоки, удаляем сердцевину и усики. Одно готовое яблоко. А теперь эти яблоки нарезаем на кусочки. Убираем. Яблоки я отправила в кастрюльку, где будет вариться начинка. Туда же отправлю воду, сахар, ванилин и корица. Варю в течение 10 минут на медленном огне. Моя начинка уже готова, и она уже остыла. Теперь будем формировать слойки. Нужно раскатать тесто квадрат. А теперь разрезаем слойку вот таким вот образом. Квадратик. До конца не надо резать. Так должно получиться. А теперь режем на полосочки. Выкладываем начинку. И накрываем вот этим вот пластом. Защипываем концы. Теперь вот так вот заправляем ленточки. И поправляем ножичком. Вот такая вот красота у меня получилась.
двойки яйцом. Отправляем слойки в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов. Вот и слойки к чаю готовы. Теперь посмотрим, как они выглядят в разрезе. Запах очень хороший. Вот так он выглядит в разрезе. Готовьте с удовольствием. Спасибо за просмотр. Пока!